Из-под покрова тьмы ночной, из черной ямы страшных мук, благодарю я всех богов за мой непокоренный дом. С вами Сергей Зверев. Я в буквальном смысле нахожусь над облаками. Это самая высокая точка России в Руси. Эльбрус, 5642 метра. Свое восхождение я посвящаю своему сыну Платону, а также своим племянникам Пете, Кириллу, ну и, конечно, самой классной и красивой девчонке Маше. Парни, никогда не сдавайтесь. Помните, гораздо больше тех, кто сдался, нежели проиграл. Терпите, добивайтесь высот, своих высот. И помните, главное не участие, главное победа. Я вас люблю больше жизни.